Здравствуйте, дорогие коллеги! Приветствую вас на странице Nano Professional. Жду, когда вы присоединитесь, и будем начинать прямой эфир. Всем добрый вечер! Вижу первых зрителей. Всем привет! Меня зовут Наталья Чечнева, я технолог компании Nano Professional. И сегодня мы с вами будем говорить про наши цветные базы Light. И помимо этого, сегодня мы будем проводить итоги розыгрыша. Я думаю, что вы видели, с 1 по 9 мая при покупке от 3000 рублей в нашем магазине вы становились участником конкурса. И сегодня мы определим трех победителей, которые получат сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч соответственно. Сделаем это в конце прямого эфира, поэтому обязательно дождитесь конкурса. Ну а мы сегодня с вами поговорим про наши цветные базы Light. Я думаю, что вы уже с ними успели познакомиться. Они вышли у нас в прошлом году в линейке Limited Edition. Это линейка, которую мы специально разработали таким образом, чтобы вы как раз совместили здесь и возможность попробовать нашу продукцию и в то же время сделать это максимально для себя по выгодной цене. То есть в данном случае мы в данной линейке выпустили гель-лаки в объеме 15 мл, хотя обычная линейка наша это 6 мл, но в объеме 15 мл мы выпустили самые популярные оттенки, которые пользуются наибольшим спросом у клиентов, и, соответственно, вы можете их купить в большем объеме для того, чтобы, соответственно, у вас был расход меньше, да, потому что эти цвета, мы сделали их максимально укрывистыми, плотными, чтобы они наносились в один слой. И помимо этого, в этой же линейке мы выпустили 6 оттенков цветных баз, и сегодня я бы хотела вас с ними познакомить. Пожалуйста, напишите мне, либо просто поставьте сердечки, если меня хорошо слышно. Я надеюсь, что со звуком все в порядке, и мы будем с вами начинать. Ну, я пока расскажу вам про базы Light. Это 6 пастельных красивых оттенков с эффектом, эффект перепелиного яйца, и у меня на руках как раз сейчас эти оттенки, я сделала с ними градиент. Маникюру, конечно, уже несколько дней, поэтому я прошу прощения, что здесь не нанесен материал уже под кутикулу, все-таки покрытие немножко отросло, но посмотрите, насколько классные цвета. Я специально на левую руку сегодня не буду одевать перчатку для того, чтобы вы могли посмотреть, как они выглядят на руках. И мы сейчас с вами сделаем небольшую выкраску всех оттенков, и после этого я покажу вам мастер-класс, как раз покажу, как делать вот такой градиент. Он делается максимально быстро, это безумно удобно, когда вы делаете градиент цветными базами. Ну а здесь, как видите, все оттенки, они настолько совпадают друг с другом по насыщенности, то есть это все пастельные оттенки, что ими делать градиент в два раза быстрее, чем гель-лаками, и, соответственно, вы очень много времени сэкономите, и вы сможете сделать такой градиент на всех ногтях, с учетом того, что здесь еще база с эффектом, здесь цвет растушевывается еще быстрее, поэтому оставайтесь до конца эфира, обязательно вам покажу этот мастер-класс, как делать такой градиент. Ну а для начала мы с вами сейчас посмотрим все оттенки, выкрасим их быстренько. И хочу вам также сказать важную новость: с 15 по 31 мая на нашем сайте, в нашем магазине на базе Light будет проходить скидка. Вы сможете приобрести их за 690 рублей. Здесь объем 15 мл, поэтому здесь получается очень-очень выгодная цена. Ну а мы с вами начинаем. Как раз сейчас посмотрим все цвета. И первый номер – это оттенок номер 1, нежный молочный. Как вы видите, база очень комфортной консистенции, и как раз в мастер-классе вы увидите, насколько ими легко работать, то есть они не очень жидкие, да, у них средняя консистенция, и это значит, что вы сможете выравнивать, даже если вы новичок, достаточно долго, и они не потеряют свою форму, они не будут сползать, не будут, соответственно, затекать в область кутикулы, на боковые валики, в боковые пазухи. То есть эти базы действительно очень комфортны в работе. Их можно миксовать, например, с жесткими материалами. У меня здесь было наращивание. Я сняла верхний слой, оставила подложку и сделала сверху полностью архитектуру базы Light. И с учетом того, что я делала градиент, соответственно, я тратила больше времени, дольше с ним возилась, они у меня никуда не утекали. И я сделала себе такое покрытие достаточно быстро.
Посмотрите, какой красивый первый номер, очень классно смотрится. И мне нравится, что здесь есть такой небольшой эффект прозрачности. И, соответственно, вот эти вот частички, которые добавлены в базу, они очень хорошо видны. И вы можете как раз регулировать их количество. Можно, например, немножечко базу перемешать, и, соответственно, их будет больше на кисточке. И таким образом вы добавите еще дополнительные частички и сделаете эффект более насыщенным. Следующий оттенок – это номер 2. Очень красивый желтый цвет, такой лимонный больше, холодный. Как раз, как мне кажется, это отличный вариант на весну и на лето, и как самостоятельное покрытие, и как основа для дизайнов. Ну, даже если вы просто сделаете покрытие такими базами, ну, можно считать, что у вас уже какой-то базовый дизайн такой простой есть за счет того, что здесь есть вот такой вот эффект красивый. Поэтому в данном случае базы такие очень универсальные. И цвета мы постарались сделать, которые больше всего пользуются популярностью у клиентов. И так как здесь есть все, в принципе, цвета радуги, вы можете ими делать градиент очень легко. Вот, они все друг с другом сочетаются, поэтому в данном случае, конечно, у вас поле для деятельности очень большое. Можно стандартно их вот так вот переворачивать для того, чтобы как раз у вас сформировался апекс, но и без этого, видите, базы очень быстро выравниваются. Полимеризация у них стандартная в течение 30 секунд. И мы с вами сейчас посмотрим следующий оттенок, это мятный цвет. Опять же, возможно, вы хотите попробовать давно уже наши базы. И вы можете как раз сделать это с базами Light. Что касается их свойств, то это эластичные базы. И в данном случае мы можем с вами их использовать на коротких ногтях в качестве самостоятельного укрепления. Так как это цветные базы, под них вы можете сделать подложку из любой базы эластичной для гель-лака. В данном случае это сделано для того, чтобы вам было удобнее как раз использовать их и потом было проще снимать. И если вы работаете с длинными ногтями, да, так как это базы эластичные, то, конечно же, желательно, чтобы они сочетались с жесткими материалами, как я уже говорила. Например, вы до этого делали укрепление жестким материалом, например, нашими ультражесткими базами, до конца их не сняли. И после этого можно уже, соответственно, этот материал оставить в качестве подложки тонкой, и он все равно будет сохранять свою жесткость. И сверху нанести базу Light. Давайте пока в кадр положу те цвета, которые я уже выкрасила на типсы. Посмотрю ваши вопросы. Так, давайте зачитаю вопрос сейчас. Добрый день, скажите, пожалуйста, какое производство у ваших ультражестких баз? Спасибо. Все наши материалы имеют страну производства Германия. Мы заказываем, соответственно, там все массы и потом самостоятельно их уже доводим, так скажем, до идеала, самостоятельно колеруем. То есть все наши цвета, которые вы видите, это все произведено непосредственно в нашей лаборатории, чтобы вы имели, так скажем, универсальную и, самое главное, оригинальную палитру, которая не встречается у других производителей. Это тоже очень важно. И мы стараемся сделать нашу палитру действительно очень интересной, необычной. Добавляем эффекты в цветные базы, потому что сейчас цветные базы – это, конечно, наш основной продукт, который мы всячески продвигаем, но это действительно очень удобно, да, и мы 5 лет назад начали с линейки Makeup for Nails, даже уже больше 5 лет, 5,5 лет прошло с момента презентации самого первого набора, и мы продолжаем расширять линейку и эту, и также добавили несколько новых, как вы видите, это как раз база Light, тоже такие же эластичные базы, как и Makeup for Nails и наши ультражесткие базы. Итак, следующий оттенок номер 4 – это красивый голубой цвет. Вы также можете регулировать, так скажем, толщину нанесения и, соответственно, яркость цвета, но
Не стоит наносить, конечно, слишком большой объем материала. И как раз в мастер-классе я вам сейчас покажу. Если вам хочется сделать цвет поярче, не обязательно добавлять большой объем. Достаточно просто, как гель-лаком, прокрасить вторым слоем эту базу, и она сразу приобретет дополнительный, такой насыщенный, более насыщенный цвет. Итак, давайте посмотрим следующий оттенок. Это розовый, красивый, очень нежный цвет. Он таким образом выглядит. И, как вы видите, все цвета очень такие нежные, спокойные, пастельные, потому что в пастели, в принципе, они популярны в любое время года, их можно обыграть вне зависимости от того, какой цвет вы берете. Но я думаю, что наиболее популярный здесь будет белый, молочный оттенок, потому что он вообще вне сезона, да, это один из самых популярных цветов, в принципе, в любых линейках материалов, и в базах, и в гелях, и в полигелях, такой молочный цвет. Что касается остальных оттенков, то самый универсальный, я думаю, что это вот этот розовый и сиреневый. По крайней мере, мои клиенты очень любят такие сиреневые оттенки. Вот, желтый, также мятный, это больше весенняя, летняя тема. Но, опять же, все зависит от ваших клиентов и от того, как вы преподнесете, да, потому что еще много зависит от мастера. Вот такая вот палитра у нас получается. И нам осталось с вами посмотреть последний оттенок. Это фиолетовый. И после этого перейдем с вами к мастер-классу. Посмотрим, как с ними, собственно, работать. В качестве подложки вы можете использовать абсолютно любую базу для гель-лака, эластичную, как я уже говорила. В нашей линейке подойдут базы Fiber, также база Bud Cotton и Elastic. Они отлично будут здесь смотреться в качестве подложки. Вам потом будет удобнее снимать цвет. Соответственно, вам, если надо будет полностью поменять покрытие, вы просто спиливаете цветное покрытие до базы. По времени это точно так же, как, например, снимать цветной гель-лак. И у вас опять же остается подложка, то есть вы не спиливаете материал полностью, потому что периодически такие вопросы задают. В данном случае это очень удобно. По времени это не затратно. И также подложка, как и при работе с гель-лаком, у вас остается. Итак, вот он, шестой оттенок. И вся наша палитра практически в сборе. Давайте сейчас как раз я вам ее так вот здесь покажу. Такие очень красивые цвета. И вот как они смотрятся на ногтях. И такой градиент с ними получается. Сейчас добавим шестой оттенок и будем уже смотреть мастер-класс. Также напоминаю вам, что с 15 по 31 мая данные базы участвуют в акции, и вы сможете приобрести их со скидкой. Стоимость их с учетом скидки составит 690 рублей за 15 мл. Это очень хороший объем, то есть сочетание хорошего объема и цены, потому что себестоимость получается покрытие небольшая. Плюс вы не тратите время и не тратите дополнительные средства на цветное покрытие, потому что у вас здесь оно уже есть. И вам остается просто перекрыть такой дизайн топом, такое покрытие перекрываем топом, и все, оно готово. Соответственно, вы сэкономили как минимум 15 минут на нанесении цвета. Итак, давайте мы с вами теперь посмотрим, как работать данными материалами. Так, сейчас я как раз поищу. И пока выключу чат, чтобы вам было удобнее смотреть. Вот, собственно, исходный вариант. Здесь было выполнено наращивание. Здесь, как я вам показываю, да, что неудачно вписалось в замок дверной, поэтому здесь был небольшой скол. Но в остальном покрытие носится хорошо, несмотря на то, что, конечно, времени прошло немного. Я решила снять мастер-класс на своих руках и, соответственно, снимаю его. Здесь было выполнено наращивание гелем Hard плюс ультражесткой базой. Я снимаю покрытие практически полностью, должен остаться совсем такой небольшой объем, просто скорее свободный край для того, чтобы мы могли уже продолжить работать с цветными базами. Делаю стандартную подготовку, это дегидратор и бескислотный праймер тонким слоем, и далее я наношу в качестве подложки нашу базу Bud Cotton, наношу ее
как видите, такими стирающими движениями, тонким слоем, потому что сверху у нас будет материал эластичный, поэтому в данном случае слой не должен быть, ну, то есть не то, что не должен быть, да, но вы можете не делать его слишком объемным. Далее мы с вами переходим к работе с цветными базами. Здесь я решила еще раз уже поближе показать вам все оттенки, насколько они красиво, интересно смотрятся. Потому что пастельные цвета, мне кажется, это самые универсальные оттенки. И мы сейчас будем делать ими градиент. Что касается градиента цветными базами, то здесь техника стандартная. Сначала вы убираете максимально материал с кисточки, и верхний цвет вы распределяете очень тонким слоем на 2/3 ногтевой пластины. Можете взять еще себе в помощь кисть для градиента, либо тоненькую кисточку, она здесь поможет. После того, как вы нанесли тоненький слой, вы начинаете выкладывать уже цвет более таким объемным слоем. И тоже постепенно сводите его на нет. В базе короткая кисточка, поэтому ей очень удобно выравнивать, удобно работать. И далее вы дорабатываете уже переход при помощи тонкой кисти. После того, как вы это сделали, вы уже работаете с областью кутикулы и областью боковых валиков. То есть вам необходимо распределить здесь материал, чтобы он также сходил здесь на нет, и подвести материал максимально близко к кутикуле. После этого вы, соответственно, можете уже полимеризовать данный материал в лампе в течение 30 секунд. Вот смотрите, если появился затек, его очень удобно убрать, и самое главное, потом у вас не будет материал затекать дальше. После полимеризации в течение 30 секунд я беру следующий оттенок, голубой, и начинаю наносить его со стороны свободного края. Сначала также распределяю тонко материал полусухой кисточкой, и затем выкладываю тот объем, которого нам не хватает сейчас на свободном крае этой базы. Лишнее можно убрать, если вы выложили слишком много, так как у меня подложка из жесткого материала, соответственно, мне не надо здесь делать, так скажем, такой вот большой объем. То есть здесь я работаю с архитектурой, но здесь у меня укрепление, естественно, идет еще и за счет жесткого материала в качестве основания, так как здесь, так скажем, все-таки есть длина ногтевой пластины, поэтому здесь такой жесткий материал будет дополнительно укреплять. Я вам говорила о том, что можно наносить дополнительно тонкий слой для того, чтобы усилить цвет. И здесь как раз я это делаю. Мне показалось, что недостаточно здесь голубого оттенка, поэтому я наношу просто тоненький слой после полимеризации, после того, как я выложила уже нижний цвет. Да, я работала уже здесь мятным оттенком. Соответственно, я постепенно делаю вот такой вот плавный переход, свожу его на нет. И цвет становится более плотным. Поэтому вы можете, например, доработать область кутикулы, если вам кажется, что там цвет недостаточно плотный. И сейчас я вот так вот постепенно перехожу, так перебегаю от одного ногтя к другому, потому что техника, как вы видите, везде одинаковая. Здесь у меня просто уже стоит задача показать вам оттенки, как они наносятся и как они смотрятся на ногтях. Также постепенно здесь свожу оттенок на нет. И после полимеризации в лампе в течение 30 секунд я работаю уже с розовым цветом. То есть я решила так последовательно сделать такой переход. Техника очень простая. Вам не надо здесь никуда торопиться. Здесь скорость у меня не увеличена. То есть я работаю с обычной своей скоростью. И, как вы видите, здесь материал ложится очень быстро, очень хорошо выравнивается. И если вы где-то нанесли слишком много, то есть вы можете потом, например, этот материал убрать перед полимеризацией. Но если увидели, что после полимеризации остался лишний материал, то в данном случае его можно подпилить. И, в принципе, эту базу совершенно спокойно можно опиливать, если вам необходимо сделать, так скажем, более четкую форму. Я, например, всегда после выкладки базы делаю опил для того, чтобы получить красивую форму, особенно если работаю с квадратом. И здесь, да, мне захотелось убрать немножко лишнего. Это можно спокойно совершенно сделать после того, как вы заполимеризовали все и сняли липкий слой. Также по поверхности вы можете сделать небольшой опил, если вы видите, что есть, так скажем, лишний объем. Вот, ну, я постаралась выкладывать все так, чтобы объема не было лишнего, чтобы материал был выложен на готовность. И вот такой результат у нас получается. Решил здесь ничего не добавлять. Градиента, я думаю, что здесь достаточно. Хотя, в принципе,
Слайдеры, стемпинг, такой тоже быстрый результат для того, чтобы у вас как раз получился вот такой вот быстрый и эффектный маникюр. Поэтому берите на заметку. Сейчас как раз у нас мастер-класс уже подходит к концу. Я его сейчас выключу. Берите на заметку эти цвета, берите на заметку также вот такой вот простой способ градиента. Напоминаю вам, что сейчас с 15 числа наши базы Light начинают участвовать в акции, и вы сможете приобрести их со скидкой за 690 рублей. Если вы никогда не пробовали классические цветные базы, эластичные, да, хотели попробовать, может быть, смотрели на Makeup for Nails, вы можете, например, начать с вот этой линейки Limited Edition, потому что это тоже очень интересные базы, они похожи по своим свойствам на Makeup for Nails, они также эластичные, по консистенции они напоминают данные материалы, поэтому вы можете начать с них. И теперь мы с вами переходим к следующей части нашего прямого эфира. Как я уже говорила, мы с вами в конце прямого эфира проводим розыгрыш, и напомню вам, что это был за конкурс с 1 по 9 мая. Все, кто покупал у нас в нашем магазине и приобретал продукцию на более чем на 3000 рублей, становился участником розыгрыша автоматически. И вот они, имена наших участников. Давайте вам все покажу. Всего 26 участников, и среди них мы будем выбирать сейчас победителей. И победитель получит сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч рублей, соответственно, всего 3 победителя. Вы сможете их потратить в нашем онлайн-магазине и приобрести продукцию. Мне кажется, что это очень хороший приз. В дополнение к тому, что вы приобрели уже нашу продукцию, вы сможете еще вот так вот себя побаловать и выбрать то, что не успели купить, но очень хотели. Итак, генератор случайных чисел. Мы с вами вводим числа в диапазоне от 2 до 27. Сейчас я вам еще раз продемонстрирую, почему таким образом ввожу. Потому что у нас, видите, первый участник начинается с номера 2. И последний это номер 27. Здесь номера, они идут, как видите, немножечко не все номера, то есть это собраны те, кто делал заказ и сделал покупку более чем на 3000 рублей, поэтому эти номера мы с вами не смотрим, мы смотрим с вами как раз самую первую колоночку, где у нас номера указаны последовательно со 2 по 27. Итак, переходим в генератор случайных чисел. Здесь у нас все указано. Также мы ставим циферку 3. Исключаем повторы. И здесь будет три цифры. Первая цифра – это сертификат на 3000 рублей, вторая – на 5000 рублей и третья – на 10 тысяч рублей. Естественно, все эти результаты я передам нашим менеджерам и с вами обязательно завтра с утра свяжутся, обрадуют вас, и вы сможете делать заказ. Итак, давайте начинаем генерировать случайные числа. И это номера 14, 9 и 20. Первый участник под номером 14 получает сертификат на 3000 рублей, второй участник на 5000 и третий на 10 тысяч рублей. Итак, давайте теперь посмотрим имена счастливчиков. Номер 14 выделю сейчас. Так. Короткевич Александра, мы вас поздравляем, вы получаете от нас сертификат на 3000 рублей, который сможете потратить на материалы. Итак, второй. Это номер 9. Давайте еще раз проверим. Песцова Жанна, мы вас поздравляем. Ваш номер 9, вы получаете от нас сертификат на 5000 рублей. И наш последний победитель, номер 20, и сертификат на 10 тысяч рублей уходит Ирине. Ирина, поздравляем вас. Вы получаете от нас вот такой вот шикарный подарок. С вами обязательно свяжутся наши менеджеры. Вас обрадуют, и вы, соответственно, сможете уже совершить покупки в нашем интернет-магазине. Возможно, кстати, вот приобретете базу Light, которую я вам сегодня показывала. Давайте еще раз покажу вам как раз именно номера победителей. Поздравляю вас и
Сейчас включу комментарии, посмотрю, возможно, были какие-то вопросы. И, соответственно, буду прощаться с вами, буду сохранять этот прямой эфир. Все вам рассказала, показала все, что планировала сегодня. Показала вам красивые пастельные оттенки нашей линейки цветных баз Light. Обязательно попробуйте эти базы, они действительно очень классные, очень интересные. И с ними действительно приятно, интересно работать. Давайте сейчас как раз в финале эфира покажу вам эти оттенки. С ними можно делать шикарные и быстрые градиенты. И это способ ускорить свою работу и получить вот такой вот шикарный результат. Большое вам спасибо за то, что были в прямом эфире сегодня со мной. И мы с вами встречаемся на следующей неделе. У нас будет скоро очень интересное объявление. Следите, пожалуйста, за нашими новостями, потому что готовлю для вас интересный вебинар. Но о том, что это будет, расскажу вам немножечко попозже. Поэтому смотрите за нашей страничкой. Мы будем обязательно публиковать информацию. И на следующей неделе я буду очень рада видеть вас на своем вебинаре. И будем там обсуждать такую животрепещущую тему. Итак, со всеми прощаюсь, всем желаю хорошего дня и до новых встреч на странице Nano Professional.